И таким образом они у нас будут работать, когда мы с вами запустим ядерный реактор. Но на самом деле эта схема где-то в полтора раза эффективнее, чем схема на двигателях Стирлинга. И таким образом этот реактор у нас становится самым-самым эффективным реактором в этом моде. И всем привет, друзья, с вами Картофан. И сегодня я вам расскажу, как сделать самый эффективный жидкостный ядерный реактор в моде Industrial Craft 2 на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но мы начинаем. И для того, чтобы сделать самый эффективный жидкостный реактор, вам понадобится сначала обыкновенный ядерный реактор. У меня он состоит из 6 дополнительных камер, и вот такая вот у него схема, я вам советую делать точно такую же. Ну далее вам также понадобится много таких вот реакторных корпусов, также вам понадобится один блок реакторного люка, 4 вот таких вот реакторных насос-порта, один реакторный проводник красного камня, и не знаю, почему я взял их 4, наоборот, нужно будет таким вот образом их брать. Также вам понадобится 4 улучшения выталкиватель жидкостей и один рычаг. И теперь мы давайте перейдем к нашему реактору и начнем его застраивать. Нам нужно будет строить таким образом, то есть смотрите, мы здесь строим в основании его 5 на 5 вот такую вот платформочку. В серединке должен будет находиться вот этот вот блок, то есть это будет выглядеть вот таким вот образом. Далее мы начинаем застраивать его все больше и больше, то есть вот таким вот образом мы его делаем, вот такое вот кольцо раз, потом еще такое же делаем второе кольцо, и вот таким вот образом до того момента, пока мы его полностью не застроим. Вот у нас начинается третий слой, точнее даже четвертый, если вот так вот смотреть. И последний, пятый слой, мы застраиваем его полностью, то есть смотрите, вы вот здесь вот внутри ничего не застраиваете, а застраиваете, получается, что его только поверхность. То есть вот таким вот образом. И вот так вот мы его получается что застроили. Далее мы давайте выберем одну сторону и там поставим целых 4 вот таких вот реакторных насос-порта. То есть смотрите, вот таким вот образом здесь вот по углам ставим. Точнее, давайте мы это лучше переставим, чтобы вам было лучше видно на солнышке. Давайте вот здесь вот это все сделаем. Берем наши насос-порты и ставим их вот таким вот образом. То есть вот так вот это все будет выглядеть. Далее мы берем реакторный люк, давайте его поставим вот здесь вот. То есть вот здесь у нас лицевая сторона, точнее где у нас будет производиться сама энергия. А вот здесь вот сбоку мы будем залезать в наш ядерный реактор и давайте мы также еще поставим один блок, это вот такой вот проводник красного камня, давайте вот здесь вот. И сразу же на него ставим мы рычаг, вот таким-то образом не активируем, потому что сейчас иначе начнет работать наш реактор, и у нас еще не готов для того, чтобы охлаждаться. И далее берем наши вот эти вот улучшения, выталкиватель жидкостей, и в каждый вот этот вот реакторный насос-порт кладем по одной штучке. То есть получается, что вот таким-то образом мы это все делаем, и последнее наше улучшение запихиваем, и вот таким-то образом у нас все это будет в конечном итоге выглядеть. Ну вот мы с вами можем сказать, что сделали полностью жидкостный реактор. Он у нас считается уже жидкостным, то есть если мы сейчас сюда вот зайдем, тогда, как можно заметить, здесь у нас написано ядерный реактор, здесь у нас также текстурка поменялась, это означает то, что он у нас стал жидкостным. И теперь получается, что он у нас будет выделять тепловую энергию. Тепловая энергия у нас никак не перерабатывается, поэтому он у нас будет перегреваться, и нам нужно будет как-то это все дело исправить. А мы как раз таки будем забирать эту тепловую энергию и перерабатывать ее уже в ЕУ энергию. А для этого нам сначала понадобится 4 вот таких вот жидкостных теплообменника. Также берем таких вот 40 теплоотводов, как раз таки, чтобы заправить наши жидкостные теплообменники, и также берем 4 улучшения выталкивания жидкостей. Переходим к нашему реактору и ставим их на вот эти вот насос-порты вот таким вот образом. То есть смотрите, сейчас мы ставим один вот такой вот наш жидкостный теплообменник и второй вот здесь вот. То есть смотрите, здесь у них вот эти вот дырки смотрят в серединку. Здесь мы будем ставить в итоге еще один блок, о котором я вам расскажу чуть попозже. Но пока что ставьте именно вот таким вот образом. Если вы поставили их неправильно, то вы сможете их повернуть при помощи какого-нибудь гаечного ключа. Допустим, вот у меня есть электроключ, вот так вот я их поворачиваю. Вы их ставите вот таким вот образом, чтобы дырки смотрели в середину. И также делаем снизу, вот таким вот образом ставим. Вот здесь вот еще один ставим. Вот таким вот образом это все у нас будет выглядеть. Ставьте именно вот так вот. Иначе у вас просто ничего не будет работать, и у вас, скорее всего, реактор этот взорвется. Далее заходим в наши жидкостные теплообменники и ставим вот сюда, вот получается, что по 10 в каждой из них вот таких вот теплоотводов. И также мы в каждой из них кладем по одному улучшению выталкивателя жидкостей. Давайте еще раз это сделаем со вторым. С третьим также давайте это сделаем. Вот так вот. И с последним нашим жидкостным теплообменником вот таким вот образом делаем. И если вы все сделали правильно, тогда мы давайте перейдем дальше. А далее нам понадобится вот таких вот два парогенератора и также два ведра, либо же две канистры и обязательно дистиллированной воды. Если у вас будет не дистиллированная, тогда вам придется иногда очищать некоторые блоки, которые будут загрязняться различными минералами из воды. И поэтому я вам советую сразу же брать дистиллированную воду, чтобы потом не париться. Берем наши парогенераторы и ставим их вот сюда вот и также вот сюда вот. Далее мы берем одну капсулу дистиллированной воды и тыкаем Shift плюс PKM по нашему парогенератору. Получается, что мы вылили вот эту вот дистиллированную воду в него, заходим в него, проверяем. Да, мы все это сделали. Кстати, все-таки понадобится 20 таких вот ведер дистиллированной воды. Это я что-то немножко запутался и взял почему-то 2 капсулы. Нужно будет все-таки 10 сюда. Получается, смотрим, здесь у нас 10 ведер. И также 10 вот сюда. Заходим сюда, и здесь у нас также 10 ведер. Обязательно здесь нужно будет 10 класть, иначе у вас просто будет здесь все перегреваться и будет все плохо. Далее мы заходим в наши парогенераторы и здесь выставляем такое давление. То есть, смотрите, здесь у нас будет 200.
далее 220 и 221. Вот таким образом здесь выставляете 221 бар. Далее переходим здесь вот снизу и делаем здесь 1 миллибакет в такт. То есть здесь тыкаем по правому плюсику один раз и вот таким образом делаем 1 миллибакет в такт. И все то же самое делаем с нашим вторым парогенератором. Делаем здесь 221 и 1 миллибакет в такт. Все, получается, что мы теперь можем переходить дальше. Но далее нам понадобится взять вот таких вот 8 регуляторов жидкостей. Переходим опять к нашему жидкостному реактору. Давайте здесь чуть сломаем блоки, чтобы было полегче ставить здесь все. И смотрите, мы их ставим вот таким вот образом. Так, сюда заходим и ставим вот сюда вот один. И нам нужно будет взять наш гаечный ключ вот такой вот. И тыкаем Shift плюс PKM снизу. И таким образом мы вот эту дырку, которая здесь у нас была, давайте я вам сейчас покажу. Вот такая вот дырка. Она здесь у нас была снизу. Давайте еще раз поставлю. Вот она. И мы ее, получается, что переворачиваем уже к нашему парогенератору. Как раз таки так и нужно будет делать. Далее можем здесь все обратно застроить. Это нам теперь не будет мешаться. Потом берем еще три вот таких вот регулятора жидкости. Ставим вот так вот один. И также его переворачиваем. Shift плюс PKM получается, что нажимаем. Еще один ставим. Еще один ставим. Также его переворачиваем. И последний ставим. И также его переворачиваем. То есть это будет выглядеть вот таким образом со стороны. И все то же самое нам нужно будет сделать теперь и сверху. То есть ставим вот сюда вот наш вот этот вот регулятор жидкости. И переворачиваем его к нашему парогенератору. Потом берем еще один. Ставим его. Опять же переворачиваем. Так, я его не перевернул, я его скрутил. Давайте его переворачиваем. Далее еще один ставим. Еще переворачиваем, еще один, и опять же переворачиваем. Если что, то я переворачиваю на Shift плюс PKM. Если вы будете нажимать PKM, то он у вас просто скрутится. И вот таким вот образом это все будет выглядеть со стороны. В каждый из этих регуляторов жидкости вам нужно будет зайти и сделать здесь 1000 миллибакетов в секунду. Также заходим вот сюда, и везде вот так вот мы делаем по 1000 миллибакетов. И то же самое делаем с нижними. Все, получается, что теперь мы можем переходить дальше. Но далее нам понадобится уже вот таких вот 4 кинетических парогенератора. Также мы берем 2 улучшения выталкиватель и еще один 2 улучшения выталкиватель жидкостей. Позже объясню, почему я их взял вот так вот. Не 4, а 2 штучки, это чтобы было вам более-менее наглядно. И также берем вот таких вот 4 паровые турбины. Переходим к нашему реактору и ставим вот эти вот кинетические парогенераторы вот таким вот образом. Получается, что смотрите, здесь у нас дырки смотрят вот сюда вот. И здесь у нас выглядит вот таким вот образом. Ставим все именно вот таким вот образом, иначе, скорее всего, у вас что-то пойдет не так. Также берем еще 2 вот таких вот кинетических парогенератора и ставим уже вот здесь вот сверху. То есть это будет выглядеть вот таким вот образом. Далее мы заходим в наши кинетические парогенераторы и в каждый из них кладем по турбине. Далее мы берем 2 улучшения выталкивателя жидкостей и тыкаем, смотрите, вот таким вот образом мы берем, получается, что заходим вот сюда вот под блок, потом нажимаем на Shift и PKM по верхнему блоку. Теперь получается, что у нас здесь написано, здесь у нас будет автоматическое извлечение с нижней стороны. И эти выталкиватели жидкости мы пихаем в нижние кинетические парогенераторы, которые мы только что с вами сделали. И вот так же во второй. Потом мы берем также улучшение выталкивателя жидкостей и идем, получается, что на верхний блок какой-нибудь, даже здесь можем сделать. Нажимаем Shift и PKM. Теперь у нас здесь написано автоматическое извлечение с верхней стороны. И пихаем вот эти вот выталкиватели жидкости уже в верхние наши кинетические парогенераторы. То есть вот сюда вот и также вот сюда вот. И теперь мы можем переходить дальше. Но далее нам понадобится 4 кинетических генератора. Переходим к нашему ядерному реактору и ставим их вот здесь вот, вот таким вот образом. Смотрите, мы их поставили вот таким вот образом, то есть здесь у нас дырка. И в центре вот такая вот точка. Нам нужно будет сделать, чтобы здесь просто была дырка. То есть нажимаем Shift плюс PKM. И получается, что переворачиваем наши вот эти вот кинетические генераторы. И то же самое делаем с верхними. Ставим их вот таким вот образом. И также переворачиваем. Вот так вот это все у нас будет выглядеть. Это мы все сделали для того, чтобы вот эти вот наши кинетические парогенераторы передавали кинетическую энергию нашим вот этим вот кинетическим генераторам. А эти кинетические парогенераторы будут работать от вот этого вот парогенератора. А парогенератор у нас будет уже работать от вот этого вот жидкостного теплообменника. То есть он у нас будет передавать тепло нашему парогенератору. Парогенератор будет передавать уже тепло в наши кинетические парогенераторы. Потом вот этот парогенератор создает кинетическую энергию, и она у нас передается в кинетические генераторы, которые вырабатывают уже ЕУ энергию. Но далее нам осталось взять 2 конденсатора пара. Также мы берем таких вот 8 теплоотводов для того, чтобы у нас процесс был быстрее. Также берем улучшение выталкивателя жидкости и еще одно улучшение выталкивателя жидкости, потому что мы опять же будем менять сторону выталкивания. Переходим к нашему ядерному реактору и ставим вот сюда вот один конденсатор и вот сюда вот второй. Потом мы берем наше улучшение выталкивателя жидкости и нажимаем Shift плюс PKM и таким образом делаем автоматическое извлечение с нижней стороны. Потом берем этот выталкиватель жидкости и запихиваем в нижний конденсатор пара. Также берем 4 теплоотвода и вот сюда вот запихиваем. После берем еще одно улучшение выталкивателя жидкости и делаем уже, получается, что автоматическое извлечение с верхней стороны. Заходим в наш верхний конденсатор пара и запихиваем вот сюда вот и также сюда пихаем 4 теплоотвода. Но далее мы берем с вами какие-нибудь провода, я возьму стекловолоконы, также беру МФСУ и также нам понадобится немножко энергии. Давайте возьмем какую-нибудь энергию, допустим, из нашего обыкновенного энергохранилища. Вот у нас получается, что будет 40 тысяч ЕУ. Давайте куда-нибудь вот сюда вот поставлю. Далее мы берем наши провода и вот здесь вот все мы даже будем соединить. Давайте я вам сейчас покажу, каким образом. Вот здесь соединяем, соединяем, соединяем.
И вот здесь мы тоже все соединяем, потому что вот эти вот приборы, такие как конденсатор пара, также вот эти все регуляторы жидкости, у нас требуют некоторое количество энергии. И для того, чтобы запустить вот этот весь процесс, нам нужно будет немножко их запитать при помощи какой-то его энергии. Допустим, вот таким-то образом. Получается, что здесь у нас выкачивается энергия и перекачивается в наши вот эти вот приборы. Они у нас немножко заряжаются. И таким образом они у нас будут работать, когда мы с вами запустим ядерный реактор. Далее, допустим, вы здесь можете отвести какой-нибудь провод и здесь поставить, допустим, какой-нибудь МФСУ для того, чтобы хранить всю энергию. Ну вот, допустим, вы немножко запитали вашу вот эту вот всю систему. Далее вы можете включить ваш ядерный реактор и смотрите, что сейчас будет. Ага, я забыл сюда вот залить хладагента. Нам нужно будет обязательно хладагент взять. Давайте я возьму некоторое количество. Так, вот, допустим, я беру 64 хладагента. На итоге нам где-то понадобится штучек 20, не более. Берем их и получается, что запихиваем вот сюда вот. Заливаем наш ядерный реактор. Теперь здесь у нас написано выход 1600 ХУ. Это хорошо. Сейчас получается, что у нас прогонится система. И у нас все вот эти вот жидкостные теплообменники заполнятся нашим хладагентом. И таким образом они у нас будут нагревать наш парогенератор. Он у нас должен будет нагреться до 375 градусов. И потом у нас будет вырабатываться пар. И вся наша система заработает. Пока нагревается наша система, давайте посмотрим на наш ядерный реактор. Здесь у нас получается, что ничего у нас здесь температура не растет. Это означает то, что эта схема у нас сбалансирована. И у нас ничего не перегревается. И вообще было бы проще построить схему какую-нибудь на двигателях Стирлинга. Но на самом деле эта схема где-то в полтора раза эффективнее, чем схема на двигателях Стирлинга. То есть, смотрите, здесь, допустим, у нас сколько стержней используется. Допустим, как вы могли помнить, в моих гайдах я использовал 3 четверных стержня. Здесь у нас используется сколько стержней? Получается, здесь мы с вами используем 10 вот таких вот одинарных стержней. И, во-первых, эта схема у нас будет немножко меньше стоить. И, во-вторых, еще эта схема будет в полтора раза эффективнее в итоге вырабатывать электричество. То есть, допустим, какое-то определенное количество урана у нас есть. И, допустим, из этого какого-то количества урана мы вырабатываем где-то 1 000 000 энергии. А при помощи этой схемы мы будем уже вырабатывать где-то 1,5 миллиона энергии. То есть, допустим, разница уже ясна. И получается, что эта схема уже намного эффективнее, чем схема на двигателях Стирлинга. И вот, смотрите, здесь у нас температура уже 375 градусов. И теперь смотрим в наши кинетические генераторы. Здесь у нас вырабатывается 100, здесь 50, здесь 100 и здесь тоже 50. Таким образом, у нас здесь вырабатывается 350 ЕУ за тик. Здесь у нас поступает мало энергии, потому что все вот эти вот наши приборы запасаются пока что энергией. Вот сейчас вот эти вот наши все конденсаторы пары заполнятся. И сейчас смотрите, как здесь у нас пойдет энергия. И получается, что вот таким-то образом у нас здесь будет течь энергия. Вы можете сказать то, что это мало, но на самом деле это очень-очень эффективно. Да, эта энергия будет вырабатываться дольше, чем, допустим, на двигателях Стирлинга, либо же на обычном реакторе, но все-таки здесь у вас потратится намного меньше урана. И таким образом этот реактор у нас становится самым-самым эффективным реактором в этом моде. Ну а если ты знаешь еще крутые схемы реакторов, то обязательно делись с ними в комментариях. Ну а с вами был Картофан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи! И всем пока!